между вузами Узбекистана и Южно-Казахстанским университетом имени Мухтара Авезова. Подписано 64 соглашения о сотрудничестве. Кстати, в данном альма-матер соседнего государства обучается 3000 иностранных студентов, большинство из которых узбекистанцы. А в ближайшем будущем планируется открытие филиала университета в городе Черчике, Ташкентской области. Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Авезова входит в топ-500 таких рейтингов, как Times Higher Education, Green Metrics и QS Rankings. Между этим университетом и вузами Узбекистана уже подписано свыше 60 соглашений о сотрудничестве. В настоящее время успешно реализуются курсы повышения квалификации, программы академической мобильности и совместного образования. Со стороны руководства нашей республики была поставлена задача отправить педагогов на курсы переподготовки и обмена опытом. Это очень важно, поскольку мы можем не только работать над собой, но и увидеть на деле, насколько эффективно проявляют себя те или иные методы обучения. По мнению руководства Казахстанского университета, в достижениях вуза неоценим вклад и узбекских ученых, профессоров. Соответственно, есть все основания назвать данную коллаборацию взаимовыгодной. Ученые зарубежные представлены как раз из числа ведущих ученых Узбекистана. Они являются у нас членами диссертационных советов. То есть являются руководителями магистерских, докторских диссертаций. Поэтому я бы хотела отметить, что коллаборация на сегодняшний день с Узбекистаном у нас уже на новом уровне. В этом году мы подали в рамках программы «Erasmus» совместно с нашими коллегами Узбекистана более 5 проектов. Это также говорит, что мы с ними работаем практически по всем направлениям. В университете обучается свыше 3000 студентов, среди которых немало юношей и девушек из Узбекистана. Они стараются с пользой проводить каждую минуту свободного времени. В процессе обучения стремятся перенять все по максимуму. Мы обучаемся на факультете информационной системы. В частности, мы осваиваем навыки работы с данными и кибербезопасности. В нашей стране созданы очень хорошие условия для обучения навыкам программирования. Однако, на мой взгляд, не хватает специалистов в области кибербезопасности, кем я хочу и стать. И уже в ближайшее время, благодаря расширяющемуся взаимодействию в сфере образования между Узбекистаном и Казахстаном, подобные условия появятся и в городе Черчике. Открытие филиала университета имени Мухтара Авезова в столичной области позволит выпустить специалистов не только по информационной системе, но и по таким направлениям, как машиностроение, химическая промышленность, транспорт и другие.